Сегодня у нас 19 июля 2017 года, это поселок Потеряевка. Вот подъехал брату нашему Роману малышу. Вот тут на дерево залез тополь. И отпили от ветки, чтобы его валить можно было. Такую приспособу придумал. Вот он сидит на дереве. Брат, ты не снимай, ты молись. Молюсь, и так. Чё решил-то? Ну чё, ещё стрелило. Давай. С Божьей помощью. Так, я сейчас выставлю. Так ты имел в виду, да? Его надо расслабить, чтобы он лежал как по земле, знаешь? Не был натянут. Вот так, он да? Натянут, он... А, вон там. А у тебя там он ослабнет еще? Он уже, я не знаю, там его приводил, нет. Можно так пойти, оттуда потянуть. Угу. Тут он уже завалил, вчера тоже один тополь. Во-во-во-во. Вот. Сейчас он будет лежать. Угу. Так, здесь ходить можно? Да, конечно. Куча. Все, не натягивается. О, гремит. О, Господь страшен для сынов человеческих. Какая высота это вообще. Вчера вот он тут я покажу сейчас. Тополь один тоже завалил. Вот он, такой здоровенный лежит. Вот моя рука. Вот он. Как он большой. Так, вот он. Так вот он сделал запил, отпилил. Тут у меня все было на ремнях, на растяжках. И вот этот домкратом потом упер, распил и начал поднимать, и дерево рухнуло туда. Так вот, Божья помощь, Господь умудряет. Конечно, работа медленная, но поднимается потихоньку с Божьей помощью. Это у него на всякий случай безопасность, ремень. А это на то, что он держится, перехватывается.
Очень все сложно, конечно. Ладно, слава Богу за все. Аллилуйя.